молодежь наглая. Сейчас мы посмотрим, догонит или нет. Помашем. Поехали. Впереди сын залили в левый кат воду. Ну, вроде получше стало, но все равно что-то он идет, шлифует. Ну, а я, как всегда, с передком иду. Так, друзья, догнал я сына. И вот сейчас показываю вам, как идет 80-ка. В левое колесо залили 300 литров воды. В принципе, она пошла получше и намного. Но, обратно шло. Почему-то блокировка, наверное, надо... давление дать как-то повысить на блокировку, потому что включаешь, слышно, толчок идет, то есть трактор лучше идет, но чтобы колесо правое в борозде, которое буксовало, такого нету. Не знаю, может, сейчас встанем на перекур, посмотрю, там должен же какой-то клапан быть, чтобы повысить блокировку, давление поднять. Ну, а так, идем нормально, Паша. Сейчас мы его догоним. Догоняем. Ладно, а то он начнет нервничать. Покажем ему, что у нас тоже типа не идет. Вот такие вот дела, друзья. Ой, друзья, дела такие. Ну, прикидывают, у него все равно лучше. Я вот досмотрел, у него отвалы немножко, как бы, само ложе для отвалов немножко вверх. То есть под прямым углом к земле стоит, а у меня нет. Ну, в принципе, меня это устраивает. Вот, у него почти все хоронит, видите? Почти все. А у меня такого нету. Хоронит тоже, но чуть-чуть есть. Это уже не беда, не проблема. Допашемся, будет время. Подогинаем. Не будет. Ну, пускай так остается. Вот такие дела. Так, догоняем, а то уже он ушел далеко. Будем бросать. Тучи кругом.
десятка прет. Я иду, короче, пашем дальше. Сейчас мы Димона догоним. Хоть тут мы молодежь, скажем так, погоняем. Догоним, перегоним. Вот такие дела. Залили водичку. Повторюсь, и 80-ка пошла. Иногда шлифует, иногда, но как правило в основном идет. Все, пашем. Так, ну вот мы пообедали, колбаски, сало, ну как всегда, как и положено. Вот еще раз хочу показать ПЛР, и тот, как говорят, все равно качественнее хоронит остатки. Вот он впереди идет, ну, у него тоже он есть иногда, но очень резко, у меня чуть поболее. Но я и глубже иду, возможно из-за этого, ну не знаю, ну навряд ли. В общем, как-то так, пашем. Дождик прошел, ну на час нам перебил на блокировках, походили, сейчас идем нормально. Вдвоем веселее пока. Сейчас я его догоню, Димона. А то еще подумает, что у него трактор сильнее. У него дымок подкидывает, а у меня ничего нету. Ладненько, погнали мы. Сейчас мы переключились. Посмотрим. Еще чего не было. Ого, молодежь наглая. Полетел сын, гляньте, гляньте, как полетел. А чё он полетел? Долетался. Вот что значит за стариком гнаться. За батей решил погоняться. Тоже своей головой бы подумал. У меня с передним ведущим, а в него без. Он газ в полик. Значит, короче, ребята, беда случилась. Самое удивительное, вот она камера. Я думал, сосок вырвало. А сосочек-то на месте. С водичкой. Лопнула камера. Лопнула от старости по внутрянке. И лопнула так, что мама не горюй. Короче, почти вся. Разбортировали.
от этим штырьком. Который сегодня выпахали. Вот он. Ну, кто-то когда-то тут пастбище было, привязывал скотину. Сейчас вот хорошо термос есть. Сейчас вычерпаю воду, покуда сын камеру привезет. Ой-ой-ой-ой. Как это говорил, задумал бедный жениться и дня мало. Тут осталось-то пахать. Сегодня хотели закончить. Вот он висит. Говорит, висит. Зато как висит. Говорит, не стоит. Говорит, не стоит. А ну покажи. Говорит, тот штаны снял, показывает. Ну, показывает. О-о-о! Зато как висит, говорит, как висит. Вот так и мы висим. Ладненько, друзья. Сейчас буду воду вычерпывать. Так, достали камеру. Качаем камеру. Сейчас будем баркировать. Вот что значит вдвоем работать. Сейчас проверим ее. Вадим, вот этот штырек я наготовил на козу. Сегодня выпахал. Давай, где там твоя заблудшая душа? О, кинул и червяк. Сейчас накачаем, проверим. Если что, бортируем и поедем пахать. Ну вот, друзья, 3 минутки и все на месте. Качаем кат. Ветер поднялся, похолодало. Сейчас, короче, смонтируем и домой поедем. Хорош на сегодня пахать. Воды нету. Чая нету. Ничего нету. Все, хватит. Сало поели на природе и пора домой. В общем, друзья, на этой ноте я буду заканчивать свое видео. Пишите комментарии. Ну и как всегда, по традиции, лайки, дизлайки, рады всему. Всем пока!